мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Елену, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Считай, пожалуйста, сколько у нее сейчас энергии и какая частота вибраций на начало сеанса. 52. Угу. И 7. 7 Гц. 7 Гц — это как будто на кладбище стоишь. Это вообще очень низкие вибрации. Хорошо, ладно. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Елены, под ногами. 360 градусов. Начинает сканировать все 7 тонких тел Елены. Находит все. Ой, у Елены руки и ноги, они связаны такими красными, как платок. Ткань красная. Хорошо. Но это не ленты, а именно длинные такие. Это магия. Как материя. Хорошо. И эти ленты, эта материя, сила моего намерения, разрезается сейчас и уходит в клетку, тюрьму. Да будет так, а так и есть. Сканер сканирует, притягивает всех ответственных. У нее бес сидит. Бес. Хорошо. Считает цифры над головой. 8. Поехали дальше. Что-то мешает сканировать или что, я не пойму? Она очень тонкая, в ней мало энергии. Хорошо. И рептилоид Грей, я вижу. Клетки? Репт, Грей, дальше. Без. Ты сказала, да? 3 канала. И вот эти красные ленты, они внутри. Хорошо. И от этих, где внутри, в клетке? Да. И от этих красных лент выстраивается сейчас канал к ответственности. В клетку тюрьмы становится рядом с магией. У нас женщина, но я не пойму, она... Это не голограмма, она... Она наверх смотрит куда-то, эта женщина. И у нее одежды такие, как мешковина какая-то в пол. Позавязанная. Влад, а ну просканируй, есть ли у нее магическая защита? То есть вот эти красные, как платки, это ей как кровь, они по крови передаются ей что-то. Родовое что-то? Проклятие? Да. Родовое проклятие. Хорошо. Так, есть там какая-то магическая защита или нет? Или это было проклятие просто произнесено? Прадедушка, что ли? Нету защиты. Защиты нет. Хорошо. Что прадедушка сделал? Вот эта женщина, которая стоит сейчас, да, и смотрит наверх. И она 39 лет покончила жизнь самоубийством. Угу. И перед смертью прокляла деда. Прадеда, да? Ну, знаешь, она его не то чтобы прокляла. Не хотел он ее. В принципе, ничего и плохого не сделала. А она вот как раз его любыми путями... То есть мне идет картинка, что она вот как карандаш в руках у нее или ручка, что-то такое, она линии строит, то есть она его ограждает как от всего. Отрезает этими линиями, отчерчивает их. Вижу, многослойное делает, да, хорошо. Так, имя свое назови, женщина, в клетке. Она не слышит тебя. И обращаю внимание на себя, 1, 2, 3, услышь меня, женщина. Или придется монитор ставить? Она говорит, кто ты. Она уже как в мониторе. Она уже в мониторе. Хорошо, меня зовут Влад. Я здесь по причине того, что ты сделала проклятие человеку, который этого не заслужил. Она говорит, а меня Ольга зовут. Ольга, хорошо. Ольга, очень приятно. Ольга, ты произнесла проклятие на прадеда. Человека, которого мы сейчас чистим, это Елена. Вот она стоит перед тобой. Это проклятие действует до сих пор в виде лент на ее руках и ногах. Это передается по наследству, и вся родня мало живет. Ты понимаешь, что ты сделала, Ольга? Она показывает, что на таком красном платке она повесилась. И вот ей было 39 лет, когда она... Когда это было? Какие года? Пошла информация на мониторе. Начало века.
20-го? Нет, это 1800, конец 90-х. Ну, я же говорю, начало, да, 1890 какой-то там год перед началом, это 19-й, перед началом 20 века. То есть там 1904, то есть в этих рамках. Понятно, хорошо, Ольга, получилась очень плохая ситуация. Ни ты не ушла в свет благодаря этому проклятию, благодаря твоему самоубийству. И ты портишь этим проклятием чужие жизни уже на протяжении. У нее вот это самоубийство, ее вот как она рисовала эти линии вокруг него, они как над этими линиями, как вены зашли, то есть типа крови передаются. Такого еще не видел. Самоубийца, который проклял человека. Весь род. Ольга, а как вы прокляли весь род? Даже сколько надо было ненависти иметь? Она говорит, что я не проклинала, но мое действие зашло. Да. Где зашло, вы сейчас? Зашло в его память, что ли? В генетическую память. Вполне возможно. Скажите, где вы сейчас находитесь? На каком уровне? И она говорит, что в 39 лет мне было, когда я повесилась. И с 39 лет что-то с женщинами рода случается. Понятно. Это все надо будет как-то сейчас урегулировать, Ольга. И это можно только сделать одним единственным способом, если вы попросите прощения у тех, кого вы прокляли. Это, соответственно, и вам облегчит вашу жизнь. Она говорит, чтобы это сделать, и меня надо снять с этой петли и сжечь ее. Красный платок вот. А вы хотите этого? Я хочу, я устала. Хорошо, я даю команду, на счет три, снимается с ее шеи этот платок красный. 1, 2, 3. И уходит в соседнюю клетку. Готово. И открывается под ним портал в галактическое ядро. Этот шарф улетает в галактическое ядро на переработку, аннулировано. Сейчас вам легче, Ольга? Она плачет. Хорошо, Ольга, постойте пока в клетке. Мы сейчас начнем процесс работы и потом дойдем до вас и закончим все. Хорошо, я обращаюсь ко всем присутствующим без рептилоид Грея. Мы проводим здесь проверку биополя, чистку. Мы выводим всех интерферентов по волеизлиянию Елены. Таким образом, мы находимся здесь легально, вы находитесь здесь нелегально. Сейчас будет производиться реверс энергии. Мы отдадим вам всю вашу темную энергию, заберем всю светлую энергию Елены. После этого я дам команду каждому выйти, вытащить все, что он оставил. После этого я проведу проверку 2 миллионами герц. Если кто-то что-то забудет, он сгорит просто в клетке. Все, кто пройдут проверку, уходят на свою чистоту в первый раз. Всем понятно? Понятно. Да, веселая ситуация у нас сегодня будет. Но это мы сейчас разрулим без проблем. Хорошо, и я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы сущности. Каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной и патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Елене. Энергия страха, неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Так, Бес, как долго ты находился в этом теле? Последний год пользуюсь. Ты где зашел? В квартире? Через портал? Да. Сколько порталов в квартире? А с каких тебе известно? 2 знаю. Хорошо, 2 портала. Елена, я обращаюсь к вам, вам надо будет обязательно почистить квартиру. Иначе все эти сущности приходят с 3 до 4 утра. Хорошо. Так, Бес, скажи мне, есть лярвы на теле? Много. Хорошо, я тебе потом, если ты хочешь их получить? Да. Хорошо, я тебе их потом отдам, когда ты вытащишь всю биополе и доложишь мне. Будет определенная команда. Так, рептилоид Грей, как долго вы находитесь в этом биополе? Реверс идет, Вера? Идет.
Хорошо. Итак, рептилоид. 3 года. 3 года. Хорошо. За что вы были ответственны? Что вы установили в ее биополе? Они в голове установили что-то. С головы вниз идет. В голове. Хорошо, до этого дойдем. Ждем окончания реверса. Готово. И устанавливается фильтр золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Елена забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Елена себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усиливаем потоки в 100 раз до последнего микрона. Значит, без рептилоид Грей. А почему так мало каналов? Я не пойму. Рептилоид, скажи, а кто-то был еще? Кто-то ушел из биополя? До сеанса. Ушел. Кто это не был? До сеанса, раньше. Раньше, да? Дракон? И энергии мало. Энергии мало. Хорошо. А почему у нее мало? Почему у нее такой огромный отток энергии идет? Кто за это ответственен? Программа стоит. Программа? А что за программа такая, расскажи мне. Это ее программа быть больной или как? Нет, он показывает на эту женщину с красными платками. Все, 39 лет запустилась программа. В 39 лет, сколько она прожила, запустилась программа. Хорошо, мы эту программу, значит, будем потом аннулировать. Понятия не имею, как еще, но будем аннулировать. Реверс закончен. Отлично, хорошо. Так, я обращаюсь сейчас к бесу. Бес, выходишь, достаешь все, что ты оставил в ее биополе, и не становись в клетку, а доложи мне о готовности. Приступай. Ну, у него носки только. Он внизу там сидел, не в ногах. Хорошо, снимай носки. На руках что-то еще. Ленточки. Нет, как кандалы? Рукавички, я бы сказала. Рукавички. Раздражало руки и ноги. Варежки, что? Холод в них. Холод шел и по фотографии, да. Забрал. Хорошо. Бес, я тебе разрешаю сейчас снять все лярвы, которые находятся на биополе Елены. Ничего не оставляй. Приступай. У меня на позвоночнике лярвы. И на позвоночнике, и на стопах там были. Сердце, переживания, мысли. Как же тут не переживать с такими болями? На стопах снял. Хорошо. Все забрал, да? Да, забрался. Хорошо. Становись в клетку. Хорошо. Я прошу рептилоида проконтролировать Греев. Они сейчас выходят и собирают все, что они установили до последней подключки. Ничего не остается. Ноль энергии, чтобы пройти проверку. И докладывайте о готовности к проверке. Что они снимают, Вера? Грей, объясните, что вы там установили в голове? И как оно действовало на физическом плане? Она как скафандр, у нее голова и плечи. Что-то похожее такое. Тормозило всю энергию. Тормозило всю энергию. Нет, циркуляции энергии не было. Вот бы вашу технологию кому-нибудь, диктатору какому-нибудь отправить, чтобы вы там ее на полную применили. А то почему-то все диктаторы самые здоровее всех здоровых. А бедные вот такие люди, они страдают. Отсосали бы всю у них энергию. Может быть, и войн не было бы тогда в мире. У нее потока не было энергии абсолютно. Они сняли все. Мы сейчас все убрали из них, Вера. Я хочу всех освободить и поработать с этой женщиной. Давай сделаем тогда так. Я сейчас подхожу, кладу руки на плечи Елене и моей собственной энергии произвожу импульс высоковибрационного шокового удара, отстегивая от нее все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Пошел мощный удар. Сжигаются все каналы к интерферентам. Открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Так, без рептилоида игры. Я прошу вас больше не приходить в это биополе. Мы будем его проверять. Найдите себе новое место обитания. Если мы в следующий раз встретимся, будут неприятности у вас. Я не хочу и вам их причинять, поэтому прислушайтесь. Всем понятно? Понятно. Хорошо, без. Ты больше всех должен быть доволен. Готов уходить? Уйду.
Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая печать и растворяя. С того огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, рептилоид готов уходить? Готов уходить. И открывается наверху портал против часовой стрелки 1, 2, 3. И рептилоид забирает все, что он с собой принес, если принес, и уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Грей готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Грея 1, 2, 3. Грей забирает все, что они с собой принесли, и уходит на свою частоту 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Клетка готов. Пустая или что-то осталось еще? Кроме этой женщины. Красные энергии, черта? Нет, вот эти как платки, которые с рук у нее сняли, с ног. Давай их пока оставим, может, там еще какая-то энергия осталась. Хорошо, давай сейчас каналы мы отключили, интерферентов отправили. Давай еще раз пройдемся сейчас на частоту магического воздействия. Переходим. 1, 2, 3. Если таково есть или было, оно проявляется и выходит. Оно меняется, картинка начинает меняться с этой женщины на кровь. На кровь? Да. По крови переданная. А женщина это где? Ольга? Клетки. Так, Ольга, я смотрю, здесь идет на крови. Давайте тогда делать... В клетке стоит монитор, и там вот эта Ольга. И она показывает, что она была, ну, повесилась, используя этот красный платок, да, который нужно сжечь. А где этот красный платок? Я же его сжег уже, Вера. Ты сжег мыслеформу. Она показывает еще одну мыслеформу. То есть ее именно огнем сжечь надо. Хорошо. То есть где-то... как проклятие уйдет вместе с тем, что ты сожгешь осознанно вот этот платок. Я сожгу осознанно этот платок, Ольга, только при одном условии. Если вы от всего сердца, от всей своей души попросите прощения у Елены, которая не имеет никакого отношения к этому проклятию, которое вы сделали прадеду 200 лет назад. Она ни в чем не виновата. Вы ей причинили огромнейшие проблемы со здоровьем, этим проклятием. Весь ее род страдает от этого. Есть единственный только шанс, если вы попросите прощения у нее за это проклятие, она простит вас. Это только так можно решить. Вы понимаете? Она пытается понять это, потому что она не хотела, чтобы это пошло на Ольга, людей, это... которых она вообще не знает. Ольга, это так и случилось. Это пошло на людей, которые вообще не имеют к этому никакого отношения. Вы практически им уничтожили их здоровье. Эта женщина сейчас лежит в кровати, она не может толком передвигаться. Из-за этой программы, которая в 39 лет у нее наступила. Благодаря этому проклятию, которое вы произнесли, когда вам было 39 лет, 200 лет назад. Вы понимаете эту ситуацию сейчас? Это один единственный выход есть. Вам она надо... говорит, что я хочу уйти. Ольга, вы никуда не можете уйти, пока мы не решим этот вопрос. Вы не хотите просить прощения? Вы Нет, хотите... она готова это решать. Мы сейчас сделаем эту процедуру, когда вы произнесете прощение. И я попрошу Елену, чтобы она простила вас. После этого я смогу вас отправить в светлый портал. Туда, куда вы 200 лет не можете попасть. Вы навсегда уйдете с земли в свет и начнете новую жизнь. Вы хотите этого, Ольга? Очень хочу. Хорошо, давайте тогда слушайте меня. И от всего сердца попросите сейчас у Елены ее рода, всем тем, кому незаконно, беспричинно была причинена боль, попросите прощения. Найдите эти слова и произнесите их по отношению к Елене. Она говорит, что я совсем не хотела этого. Моя гордость, мое эго, а моя любовь была нарушена. Твоей злости я наложила. Это проклятие. Но я не думала, что это так далеко зайдет. Я прошу прощения всех, кому я причинила горе и боль.
и у этой души, которая стоит передо мной. Я прошу прощения, я не знаю, кто ты и почему мои действия отразились на тебе. Но если там есть хоть капля моей вины, прости меня. Я прошу вас еще три раза сказать слово «я аннулирую», «я аннулирую», «я аннулирую» — это проклятие. Она говорит, что я скажу, но это не было таким проклятием. Это были злые слова, которые... Значит, скажите, аннулирую эти злые слова, эти действия, эти энергии. Вы их запустили. В этом и проблема. Именно так я их запустила. Вы их должны аннулировать сейчас. Я аннулирую, я аннулирую, я аннулирую. И я прошу всех, чтобы это помогло спасти невинные души. Да будет так, а так и есть. Елена, я обращаюсь к вам. Сейчас у вас есть уникальный шанс простить Ольгу и тем самым получить свое здоровье назад. Она попросила у вас искреннего прощения за все свои деяния, которые она сделала по отношению к вашему роду и к вам лично. Пожалуйста, найдите нужные слова и простите Ольгу за ее деяния, как отец прощает нас. Она говорит, что я не очень жаль, что так случилось. Мне очень жаль, что я оказалась в центре этого негатива. Я сделаю все, чтобы вернуть назад свое здоровье. Я от всей души прощаю тебя. И я прошу прощения за моего прадеда, кто бы он ни был. И что бы он ни сделал тебе, я прошу прощения от всего нашего рода. И принимаю с благодарностью твое прощение. Да будет так, а так и есть. Ольга, вы принимаете прощение? Я принимаю не только прощение, но и часть моей души вернулась ко мне. Замечательно. Хорошо, все. И эти гири, эти... оковы, что были красные в клетке. Под ними открывается портал. Там платки были. Платки были. Под ними открывается портал в галактическое ядро, и они улетают в галактическое ядро, сгорают. Да будет так, а так и есть. Закрывай, печатаю. Растворяй. Готово. Ольга, вы свободны. Она показывает на этот красный платок и говорит, что вы должны сжечь его. И этот красный платок, значит, три, превращается в пепел. Сила моего намерения. 1, 2, 3. Сгорает. Да будет так, а так и есть. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Этот платок улетает в галактическое ядро и сгорает. В чистую первичную энергию. Аннулировано. Благодарю. Хорошо. Больше ничего в клетке нет? Знаешь, она показывает, что вот эти линии, которые она провела, да, вокруг него, вместе с этим платком, они в пепел превратились. Отлично. Их тоже надо сбросить. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Под этим пеплом он летает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Ольга, у меня еще один вопрос перед тем, как я вас отпущу. А где вы были эти все 200 лет? Где вы находились? В черном непонятном месте. Как я оградила его, так же я оградила себя. Это для всех информация о тех, кто проклинает других. Вот там все и оказываются. Она говорит, что я благодарю вас, что это проклятие снято. Это не еще половина дела. Сейчас мы после этого... можем вас отправить в светлый портал, в чистилище. И вы встретитесь со всеми своими родственниками, друзьями. Всех, кого вы любили и знали, и кого не видели 200 лет. Вы готовы уходить, Ольга? Давно готова. Открывается портал, светлый портал. 1, 2, 3. И Ольгу встречает в портале все родственники, друзья, родители, дети, все, кто есть. Встречает ее, и она уходит в этот светлый портал в чистилище.
Встречает. Она говорит, что у меня, я понимаю, да, у нее открылся портал, ее ждут там. Она перед тем, как уйти, говорит, что я понимаю, что меня будут дальше судить за мои поступки, но я ничего не боюсь. Вам нечего бояться. Вы сделали то, что не смогли сделать другие. Они не смогли попросить прощения. Вы смогли это сделать, и мы вам в этом помогли. Поэтому к вам будет уже совсем другое отношение. Она говорит, что моя душа чиста. Абсолютно. Вы чисты. Прощайте, Ольга. Желаю вам всего лучшего в следующей жизни. Примите энергию. Благодарит. Примите энергию любви от нас. Всего доброго. Закрывается портал. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Фух, Вера, вот это да. Елена, как вы себя чувствуете? Мы закончили чистку. Силы чувствую себе. Силы чувствуете. Давайте сделаем следующее. Мы сейчас проведем с вами еще одну дополнительную процедуру, которую вам вернет силы. Давай, Вера, подводим сейчас Елену к нашей лечебной ванне. Да. Хорошо. Елена, заходите в ванну и... Опиши, как проходит процесс. Вода бурлила? Да, бурлила и пенилась. Угу. Цвет менялся? Ну, у нас очень много энергии и цветов разных. Проходила через эту воду, через Елену, менялись фантомы. Заходили через позвоночник, у нее проходили энергии. Такое ощущение, что там прервана связь была. Угу. Сейчас она... Восстановлена. Да, восстановлена энергетическая вот эта связь, которая, да. Как сказать, путь, который подает энергию, да. Разные органы через позвоночник. Он сейчас восстановлен, и у нее, но сейчас у нее полностью все восстановлено. Она как Афродита лежит в Тайване. Уже. Как вы себя чувствуете, Елена? Хорошо у нас? В комнате диагностики. Нравится? Она говорит, что я давно себя так не чувствовала. Она говорит, что я бы хотела остаться здесь, но я понимаю, что нужно выходить. Да, Елена, это не страшно. Вы этот текст, я вам его дал, вы его можете у себя, лежа в ванне, просто зачитывать. Она может просто включать даже это. И включать визуализацию. Запись. Запись. И даже запись. Да, конечно, да. Нам говорили, наши записи работают точно так же. Так что это все хорошо. Все. А благодарить за этот дар. Отлично. Благодарим его. Как она выйдет, скажешь мне, Вера. Она вышла. Хорошо. Отлично. Все. Мы сейчас можем сказать, что мы закончили чистку, и у нас остались вопросы к куратору. И... Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти куратора или учителя Елены. Куратор или учитель Елены, придите, пожалуйста, к нам в комнату диагностики. Это девушка. Мия. Мия. Мы приветствуем Мия. Снимаются все маски и голограммы фантом присутствия в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК. Уважаемая Мия, вы куратор или учитель? Куратор. Куратор. Мия, меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная. Мы сегодня... У нас был серьезный такой сеанс. Я думаю, вы в курсе. Кроме интерферента, мы еще убрали проклятие, которому более 200 лет. И, как я понял, оно уничтожало это здоровье. Мы дали ей максимум энергии, сколько мы могли дать. И регенерировали все ее органы нашей процедуры. Как вы оцениваете сейчас ее состояние? Она говорит, что вы сами можете видеть результат, и я рада, что достучалась. Это вы стучали. Замечательно. Мия, у вас получилось. Благодарю вас. Хорошо, Мия, мы пригласили вас, так как Елена хотела вам задать пару вопросов. Я ей сказал, задайте 10 вопросов, но она написала пару штук, там 5. Вы позволите вам прочитать эти вопросы? Возможно, они связаны сейчас с тем ее состоянием, которое было до этого. То есть это депрессия, это боли, это вот это все.
я исхожу из этого. Я тогда начинаю... Да, я здесь, чтобы помочь. Замечательно, благодарю вас. Давайте начнем с традиционного вопроса. Какой уровень высшего «я» у Елены? 11. Хорошо. Сколько процентов негативной энергии она уже набрала в этой жизни? 26%. И сколько кармических узлов она прошла, сколько осталось? Она проходит кармический узел. Проходит, отлично. А сколько еще она прошла уже? 3 прошла. И осталось? 1. 1, который она сейчас проходит. Я надеюсь, мы как-то могли... Нет, еще 1. 3 плюс 2. 3 прошла, осталось 2. Правильно? 1 сейчас проходит, и еще 1 будет. Да. Благодарю вас. Хорошо. Какая я душа, космическая или земная? Она узнает, когда проявит свое намерение. Согласен. Хорошо. Следующий вопрос. Смогу ли я когда-нибудь восстановиться после своей болезни? В будущем руки, ноги будут работать. Влад, вот здесь уточните, пожалуйста, когда это наступит и как долго еще ждать? Это зависит от тебя. Объясните, пожалуйста, уважаемая Мия, как ей это сделать? Энергией наполняться, вода тебе в помощь. У тебя есть прекрасная индукция. Даже прикасаясь к воде и умываясь, ты можешь представлять себе излечение. Это определенная энергия, сине-голубая, которая имеет силу соединять все органы между собой и проводить энергии излечения. Как раз это мы сегодня и заметили, когда у нее в позвоночнике воссоединилась после нашей процедуры. Энергия стала проходить. Тебе очень нужны энергии. Хорошо. Елена, вся техника этих заправки энергии мы вам оставляем в этом сеансе. Вы должны ежедневно себя наполнять этими энергиями, умываясь водой, представлять, зачитывать этот текст, который я читал вам. Представлять и визуализировать это. Это ускорит ваш процесс. Поправьте меня, Мия, если я не прав. Это прекрасный текст. Это я его сам написал, благодаря моим кураторам, которые мне даны. Вода, вы можете представить, Мия, она действительно поблагодарила нас за этот текст. Ты правильно сказал. Ты написал физически. Текст был передан. Так и есть. Хорошо. Я могу переходить ко второму вопросу, уважаемая Мия. Мы здесь закончили? Конечно. Почему меня не слышат святые? Что я делаю неправильно в этой жизни? Почему они от меня отвернулись? Разве тебя слышат. Именно поэтому ты здесь. Да. Я только хотел сказать, наверное, она просто не подумала немножко. Конечно, ее все слышат, иначе бы она здесь не... Больно. Жизнь меняется. Это накладывает определенные негативные энергии и чувства на ее характер и каждодневную жизнь. Я понимаю ее, но она должна прислушаться, чтобы услышать. Безусловно, конечно. В конце концов, ее просьбы были услышаны. Я хочу вот эту фразу подчеркнуть. Иначе бы она здесь просто не была. Все правильно. Я перехожу к следующему вопросу. Третий вопрос. В последнее время меня преследует мысль, что я скоро умру. О, неужели моя жизнь подходит к концу? Но это я исхожу из того, что интерференты там ей помогали. И плюс она сама себе могла что-то внушать. Как вы считаете, Мия? Человек умирает, когда из него уходят энергии. У тебя не было связи, тебе не было ниоткуда было брать эти энергии. Сейчас ты знаешь несколько способов набора энергии. Вода, Меркаба, соединение земной и космической энергии. Ты знаешь гармонизацию, а также индукция набора космической энергии. Каждый фантом, каждую чакру. У тебя много информации живой, с помощью которой ты наполняешься жизнью и жизненной энергией.
Благодарю вас, Мия. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к вопросу, когда будут работать руки-ноги, вы сказали, это зависит от нее. Допустим, в положительном варианте этого Елена начинает работать над собой осознанно, заправляется энергиями, делает эти водные процедуры, которые мы ей показали, читает индукции, держит положительные вибрации. Запланировано ли вообще исцеление ее? Запланировано. Запланировано. Хорошо. Я хотел, чтобы просто Елена это услышала и держала, так сказать, в голове. Запланировано. Все зависит от вас, Елена. Это был вопрос. Я перехожу к следующему вопросу, уважаемая Мия, если вы закончили. Продолжай. Четвертый вопрос, я, наверное, уже на него ответил, который сейчас последует. На меня навел кто-то порчу. Подскажите, кто меня так ненавидит и за что? Вы знаете, какая у нас чистка была сегодня. Мы убрали проклятие 200-летнее на прадеда, на весь род. Бывает. Бывает, согласен. Хорошо, мы тогда с этим вопросом уже можем его зачеркивать. Ну и последний вопрос. Отец моих детей женился на мне по любви, вопросительный знак, или там и вовсе не было? Любовь была. Любовь была. И ушла, прошла, вернулась, замерзла. Можно растопить ее. Какой вопрос? Согласен, этого не было в вопросе. Был вопрос, отец моих детей женился на мне по любви, вопросительный знак. Или там ее вообще не было? Вы сказали, любовь была, правильно? Любовь была. Благодарю вас. Уважаемая Мия, мы закончили. Это все вопросы, которые Елена подготовила. Я понимаю, у нее было очень плохое состояние перед тем, как мы ее взяли на сеанс. У нее было 7 Гц, порядка 52% энергии. Сейчас она стоит как куколка, сияет всеми энергиями. Они начинают на нее воздействовать в положительном смысле. И, скорее всего, эти вопросы были связаны с этой ситуацией, как она себя ощущала. Возможно, вам хотелось бы услышать более глубокие вопросы в духовном развитии и так далее. Вот. Ну, вот пока такие вопросы. Существует ли возможность, мой вопрос, уважаемая Мия, что Елена может с вами связаться? Конечно. Замечательно. Хорошо. Меркаба. Меркаба. Это самое легкое. И давайте... Представляю космический поток, соединяющий меня с ней. Какого цвета? Давайте договоримся. Фиолетовый. Фиолетовый цвет. И я еще подскажу тогда такую технологию. Елена, Елена, правая рука, указательный палец правой руки. Дайте себе такую установку, когда я соединяюсь со своим куратором Мия, у меня поднимается правый палец, указательный палец правой руки. И вы будете знать, что вы соединены с Мия, а не с каким-то рептилоидом. Обязательно давайте установку, что канал должен быть защищенным изнутри и снаружи. Это очень важно. И посылайте фиолетовый цвет, а Мия вам ответит. Первый ответ, который вы услышите, это будет от вашего куратора. Я хочу добавить, что можно использовать глаза или веки. Можно, безусловно. И глаза, или веки, то есть там начинает моргание или глаз начинает дергаться и так далее. Безусловно. Ну, с пальцем и глазами это точно так же, это одна и та же технология. Уважаемая Мия, благодарю вас. Вы хотели от себя что-то добавить, вашей подопечной? Сейчас был бы самый лучший момент. Сегодня прозвучало очень много информации. Я не хочу грузить дополнительными уроками или советами. Елене нужно переварить сегодняшние знания, попробовать применять их на себе, попробовать связаться со мной. И впереди у нас еще очень много интересных, цветных и ярких событий. Лучше ответа себе представить невозможно, Мия. Такой позитивный ответ. Я очень вас благодарю за этот ответ. Вы даете ей надежду. Возможно, это новое рождение вообще человека после сегодняшних всех этих эскапад и интерферентов, и проклятий, и всего этого. Наконец-то мы достигли этого уровня положительного. Мне очень приятно, что наконец-то вот эти хорошие вибрации уже в нашей комнате воцарились. Уважаемая Мия, у нас есть добрая традиция в нашей комнате диагностики. Каждый куратор, каждый учитель, который к нам приходит, всегда получает какой-то подарок. Любой. Он может заказать себе любую
мыслеформу с Земли, если вы хотите океан увидеть, горы, природу, например, если вы когда-то жили на Земле, или мы можем вам преподнести подарок с самыми чистыми вкусными ягодами, которые есть на Земле. И вот они появляются, значит, три в верных руках. Один, два, три. Большая корзинка для Мия и ее друзей. Это единственный чистый продукт, который у нас на Земле остался, уважаемая Мия. Все кураторы, учителя, ангел со всех планет всегда с удовольствием это берут. И благодарят нас. Надеемся, что и вам это понравится. Примите, пожалуйста. Ты сказал ягоды. Самые вкусные ягоды. Здесь много разных цветов. Да, и разных вкусов. Возьмете? Да. Благодарю вас. Вы нам доставили сейчас личное удовольствие, потому что нам очень приятно дарить подарки. Нам не так много есть возможности, что подарить, но вот это мы заметили, что всем нравится, и поэтому мы с удовольствием вам это передаем. Уважаемая Мия, мы закончили нашу работу. Я вижу, что они разные. Угу. По консистенции. Да. Одни мягкие, другие лопаются. А попробуйте на вкус, какие они. Это витаминная бомба у нас называется. Необычно для меня. Благодарю. У меня такое предположение, что вы космическая душа и пришли с какой-то планеты. Но вы не хотите это раскрывать. Ладно, хорошо, уважаемая Мия. Так удивляются только космические души. Я очень рад ваше знакомство с вами. Мы закончили. Будем сейчас возвращать вашу подопечную, ее биоробот, для синхронизации, гармонизации всех энергий, чтобы это все перешло сейчас на физический план. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Я уверен, мы еще когда-нибудь обязательно встретимся. Вселенная не такая большая. До скорой встречи. Всего вам доброго. Примите наши искренние энергии благодарности от меня, от Елены и от Веры. Всего вам доброго. Благодарим вас. Рассинхронизируйся, Верочка. Не ушла. Хорошо. Елена, как вы себя чувствуете? Как вам ваша новость? Полна сил. Замечательно. Все. Будем возвращать ваш биоробот. Держите энергии чистыми, высокими вибрациями. И обязательно подумайте о квартире и порталах. Потому что там у вас как два, как минимум. Обязательно надо их закрывать. Иначе сущности видят чистое ваше биополе, не зная, что мы их только что почистили, а других сущностей он зайдет в это биополе. Поэтому мы не хотим, чтобы это случилось, и надо держать квартиру чистой. Возвращаем тонкую копию Елены. В систему биоробот-душа заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо, и давай я сейчас открою над ней поток Абсолюта. Энергия любви Отца делает вокруг нее защитную сферу 1, 2, 3. Подключена напрямую к Абсолюту, не требует подзарядки. До первого времени, на первое время, чтобы ее никто не дергал, и она могла спокойно восстановиться. Пусть это работает, активируется все. Но благодарю тебя. Во благо. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я на месте.